21 апреля в КСК КФУ «Уникс» состоялся гала-концерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2022». Мероприятие традиционно началось с напутственных слов исполняющего обязанности ректора Дмитрия Таюрского. Также глава КФУ выразил благодарность организаторам фестиваля, коллективу Департамента по молодежной политике и студенческого клуба, руководителям творческих коллективов, а также членам жюри. Сегодня действительно большой праздник. Это праздник творчества, креативных идей, молодости, красоты. Все, что продемонстрировали нам наши студенты в первом отделении фестивальной программы. Программа мероприятия была очень насыщенной и яркой, ведь на гала-концерте были представлены самые лучшие номера. Конкурсные дни студенческой весны проходили в КФУ с 9 по 18 марта. Абсолютно все институты без исключения принимали участие в фестивале. Вовлечены в процесс были также и иностранные студенты. Студенческая весна в Казанском федеральном университете – это всегда масштабно, качественно и очень интересно. Ежегодно зрителями и участниками становятся тысячи студентов. По итогам гала-концерта жюри определило победителей и лучших исполнителей в различных направлениях. Карина Саяхова, Универньюз.